А в Конаковском колледже сегодня принимали поздравления не только педагоги, но и студенты. Традиционно 5 октября здесь отмечают сразу два праздника – День учителя и посвящение в первокурсники. Об этом значимом событии расскажем далее. Лекции Веры Ивановны Кузиной с вниманием слушает каждый студент. Она является самым опытным педагогом колледжа. Из поколения в поколение она передает свои знания будущим поварам. Ее ученики неоднократно становились победителями и призерами кулинарных конкурсов. Многие из них теперь работают шеф-поварами или открыли собственный ресторан. Работаю я здесь с 1979 года. То есть в этом году, вот у меня буквально через два дня будет ровно 38 лет, как я здесь работаю. Пришла сюда в 22 года. Вот уже столько лет отпахала. Сегодня в Конаковском колледже работает около 40 высококвалифицированных специалистов. И, конечно, у каждого из них свои методики работы и подход к студентам. Елена Алексеевна Земова, например, никогда не ставит двоек. Двойка – это вообще... Это то, что может закрыть человеку надежду на всю дальнейшую жизнь. Поэтому нужно как-то работать и думать, как человек может раскрыться. Учитель – это больше, чем профессия. Это призвание нести людям свет. Свет знаний и добра. Студенты колледжа признаются, что выделить самого любимого педагога очень сложно. Каждый преподаватель ежедневно старается поделиться со студентами самым лучшим и отдать частичку своей души. Между учителями и студентами очень теплые взаимоотношения. Они всегда нам готовы дать и поддержку, и поддержать, всегда за нас горой, можно даже так сказать. Они как нам, как вторые родители. Очень добрые, ласковые. Все наши проблемы готовы решить всегда. Хочется пожелать им больше терпеливости, оставаться такими же яркими, всегда такими же добрыми. И хочется им сказать, что мы их всех очень сильно любим. Учитель, как много в этом слове для каждого ученика. В честь праздника студенты приготовили концерт для преподавательского состава колледжа. Ребята записали видео с поздравлениями и подготовили музыкальные сюрпризы. Немало теплых слов было сказано сегодня в адрес педагогов. Настало время традиционной церемонии посвящения в студенты. После произнесения клятвы первокурсникам вручили студенческие билеты. С этого дня они официально влились в большую и дружную семью Конаковского колледжа.